Итак, друзья, всем привет. Короче, всех с наступающим Новым годом, у кого как. Вот, я сейчас буду косить траву, я уже покосил траву. Вот, буду косить под, ну, навесом, скажем так, гараж, еще недоделанный, без ворот. Вот, построил за это лето гаражик вот такой, вот смотрите, своими руками. Вот, сейчас здесь надо, в общем, покосить травку. Вот, так как загоняю машину сюда. И вот травка, она как бы, ну, надо ее скосить. Вот, сейчас давайте приступим к этому делу. Ну что, ребята, всех с наступающим, а я пошел косить травку. Все, погнали со мной. Посмотрим результат. Ну и все, друзья, готово. Вот теперь можно будет тачку загонять сюда. И вообще будет по красоте. Остается только доделать, конечно, здесь мне крышу. Вот. Чтобы крыша выходила, профлист выходил за этот профлист. Вот. Придется удлинить. Ну, займусь после новогодних праздников. Займусь гаражом. Буду доделывать. Короче, как-то вот так вот, друзья. Погодка кайф сегодня. Солнышко. Так, ребята, ну чё? Короче, такие вот мото-будни, да? Скажем так, будни просто уже не мото, а будни. Ну ничего, скоро будет покатушки на Уральчике. Вот, так что будут и мото-будни. А пока что вот так вот работаем, занимаемся вообще. Давайте, пишите в комментариях, у кого как проходит предновогодняя подготовка к большому празднику, да. Вообще у меня вот так вот, вообще никак не готовлюсь вообще к Новому году, просто хочу покататься на мотике и как-нибудь там, не знаю, поехать куда-нибудь посмотреть что-нибудь такое интересное. Вот, ну что, ребята, всех с наступающим. Вот, вообще всем привет с Украины, дядя Витя, тетя Люба, всем привет. Вот, Ставр, Витек, Жека Мамченко. Жека, тебе вообще огромный респектос, ты постоянно пишешь комменты. Мото Виктор, тебе тоже респектос, ты постоянно пишешь комменты. Ставр, вообще респектос, постоянно пишешь комменты. Вадим, Миха, тебе тоже прям красава, пишешь комменты. Вообще, пацаны, всем спасибо. Вот, Колян, Леха, вот, вообще всем от души и всех с наступающим Новым годом. Вот, и вообще всем, кто смотрит, кого не перечислил, вообще всем от души, скоро будут покатушки, вот, на Уральчике, правда. Еще поршневую надо будет поменять на Уральчик. Купил кольца хорошие, когда был у себя в Ульяновске. Ну вот. Ну все, всем счастливо, всем пока.